Привет, друзья! Ставим лайки, подписываемся. Итак, поехали! Лидер «Ласкового мая» обвинил Пугачеву и Леонтьева в воровстве. Андрей Разин выступил с обвинениями. Он рассказал, что поп-звезды без разрешения исполняли композиции, правообладателем которых он является. Алла Борисовна перепела мою песню «А где-то далеко идут дожди» без спроса и получения какого-либо разрешения, заявил Разин. Он объяснил, что композиция впервые была записана им в 1997 году. Ее автором выступил Валерий Разумовский. Разин сам якобы заказал у него эту песню. «Для меня был шок, когда в 2007 я вдруг увидел по телевидению на «Песне года», что мою песню поет Алла Борисовна Пугачева. Тем более, что за эту песню я заплатил деньги». И пел ее сам в своем альбоме, который я выпустил еще в 97 году, и стал ее правообладателем. Артист отметил, что Леонтьев в 97 году перепел его песню «Эльдорадо», написанную для Разина Юрием Чернавским в 90-м. Она вошла в мой альбом «Эльдорадо» в моем исполнении. За нее я тогда заплатил бешеные деньги и также являюсь ее правообладателем. Ни Леонтьев, ни Пугачева не заплатили мне за эти песни ни копейки. Но главное – это то, что они банальные ворюги. И самое страшное для меня было то, что они их испоганили своим исполнением. Я просто пришел в ужас от бездарности исполнения моих песен, подчеркнул Разин. Музыкант опубликовал обе композиции в своем исполнении, а также записи их исполнения Пугачевой и Леонтьевым. А вы как считаете, действительно ли это так? Друзья, благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свое мнение в комментариях, делитесь видео со своими друзьями, ставьте лайки, не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. И до встречи в новом видео!